Имущество ресторана «Москва» арестовали судебные приставы-исполнители. Общество с ограниченной ответственностью «Ламия» имеет задолженность по кредитному договору. Часть имущества ресторана как раз и являлась залогом. На месте приставы наложили арест на 40 столов и 16 кресел. Эту мебель отвезли на хранение в специализированную организацию. А вот, например, музыкальное оборудование, барную стойку, потолочный проектор демонтировать не стали. Оставили в ресторане под ответственное хранение.